тебе навстречу я плыву. Тебя на берег я зову. Приди ко мне, не обмани. На весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. Ивайская песня. Ее всегда пели матросы. Эти загорелые дьяволы с глазами кошек, когда мы валялись на палубе и не могли заснуть от жары. Да. 7 недель мы плыли вдоль Африки. Бочки адски воняли, а над морем, словно фонарь, подвешенный к мачте, висел серебряный гонг полумесяц. И вот в такие вот ночи они ее пили. В те безветренные ночи. А в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. Жозефина. Жозефин, принеси нам еще бутылочку. Хорошо. Ну и метель, доктор. А на кладбище опять кого-то хоронят. Пришли с пением, с ладаном, гроб. Впереди все как полагается. И вот вам крест. Не могут найти могилу. Такой снег идет. Ну иди, иди. Она любила меня. Кто? Возможно, я повел себя как подлец тогда. 17 лет назад. И все-таки, милый доктор, поверьте, как верят в чудо безрассудно, вопреки всему, она любила меня. Да кто? У меня не было другой возможности снова увидеть ее. Нужна была посудина, любая. Да, какая найдется. И мы захватили первую попавшуюся. Где-то около Марокко. Бедные французы. Они были пьяны вдребезги. И мы побросали их за борт. Всю команду. Буль-буль-буль-буль. Мы замазали герб, распустили паруса. И 13 недель я мчался к ней. Кому? Меня смех разбирает, как вспомню ее отца. Моя дочь, говорит, сокровище. Вы недостойны даже взглянуть на нее, бродяги. А где она? Спрашиваю я. Не твое дело, рычит он. Она помолвлена. Помолвлена? С одним аристократом, бароном. Да. Да. В ту же ночь на моем корабле, в моей каюте, она лежала в моих объятиях. А кто? Эльвира. Чудесная девушка. Это Эльвира? Это наша баронесса? Госпожа Исапка? Тихо. Доктор, как вы сказали, зовут баронессу? Эльвира. Пилигрим, Эльвира. Господа, эту бутылку у меня последняя. Нашего друга замучила жажда. Вижу. Ну. Наш друг, должен вам сказать, объездил весь свет и видел больше, чем может присниться всем Жозефинам. Откуда вам знать, что мне может присниться? Он скитался по свету, пока не схватил лихорадку. Да. Лихорадку? Да, лихорадку. Вы только представьте, целый год ему нельзя было пить. А сегодня
Мы празднуем его выздоровление. Поздравляю, если вы и вправду выздоровели. Наш доктор жалеет людей, поэтому лжет. И... Не сомневайтесь, мадам. На сей раз он ни капельки не солгнул. Дай-то бог. А то, знаете, веселятся тут в моем трактире, пьют, празднуют выздоровление, а потом, глядишь, везут его через месяц на кладбище. Выздоровевшего-то. Через месяц, говорите? Ой, да вы не подумайте, чего, Христа ради. Через месяц, мадам, я буду уже далеко в море. В самом деле, доктор, на Кубе меня дожидается одна ферма. Всеми забытая, опустевшая, выгоревшая ферма. Я буду выращивать на ней фрукты. Ананасы, персики. Сливы, инжир, виноград. Корабль отходит через месяц. А через год, клянусь, я пришлю вам свой собственный кофе. Кофе? Все те недели, пока меня трепала лихорадка, я валялся больной и жалкий. Я чувствовал себя, ну, знаете, как в пожизненном заключении. И все добряки, приходившие меня утешить, понимали, что лгут. Говорят, что я еще встану на ноги и отправлюсь, куда захочу. Ну, теперь уж все позади. А тогда, в те дни, я думал только об одном. Вот выпить бы еще бутылку вина, выбраться бы еще раз к живым людям. Вы, Пилигрим, не часто говорили об этом? Доктор, вы только посмотрите на этих молча играющих в карты людей. А? Вот почему они не живут? А что вы хотите этим сказать? Жизнь коротка. Они что, не знают этого? Почему они не поют? Почему они не живут? Кто эти люди? Арендаторы, связаны с замком. Как лошадь с повозкой. Целый месяц здесь спорили из-за быков, которых купил им барон. Наш барон. Барон, вы говорите? А как он, собственно, выглядит? Похож на орла с трубкой. Да-да-да, точно похож. Наш барон, здесь все так говорят. Наша баронесса, наш замок. Никто из нас в замке еще и не был ни разу за всю жизнь. Почему же? Никого не пускают. Да. Разве что арендаторов по праздникам, когда те являются за своими подношениями. Почему же туда никого не пускают? Почему? А вот вы пойдите и спросите у них, коль хотите знать. Представляю себе, как барон вам обрадуется. Он человек порядка, не то что какой-нибудь бродячий певец. Я пойду в замок. Вы? Я пойду в замок. А вы это серьезно, Пилигрим? И вы думаете, вас примут? Эльвира, она любила меня, доктор. Таким, какой я есть. Почему бы нам не увидеться снова? Большего я не хочу. Только один раз. Совсем недолго. Мы побудем вдвоем. Эльвира и я. Я зажгу свечи. Я не стану ее целовать, нет. Прошлое неприкосновенно. Не нужно ничего повторять. А на следующий день я уеду. Потом, будь что будет, доктор. Но это жизнь. Еще раз. Жизнь. Он на весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин, о, зин-зин-зин, о, зин-зин. Ну, каков подлец, а? Так вот и ушел с моей гитарой. Вам хорошо смеяться, доктор. Гитара-то моя, не ваша. Да не беспокойтесь, Жозефина. Вернет он вам вашу гитару, ручаюсь вам. Он хочет спеть серенаду в замке, понимаете? В замке. И он думает,
нет, его туда пустят. Но если он доберется хотя бы до челяди и его пустят на кухню, то это уже будет мало. Слышите? Слышите, Жозефир? Вот так у него сейчас на душе. И в книгах это называется эйфорией. Чудесное состояние. Ему теперь все нипочем. Он полон музыки, жизни. В нем ее больше, чем во всех нас вместе взятых. И это тоже? И это тоже, Жозефина. Через месяц? Через неделю. Господи, через неделю. Я ему почти завидую. Что он будет жить всего неделю? Нет, я завидую, что он неделю будет жить. Жозефина. Так на чем мы остановились, мой летописец? Порядок прежде всего. Зачем ты это записал, Йозеф? На сегодня все. А дневник? Нет, уволь. А здесь в дневнике, ваша милость, за целую неделю ни одной записи. Что может произойти у нас за неделю? Дни стали короче, забот навалило, как снега. Не выехать, не поохотиться. Конюха уволил. Впрочем, не читай этого никому, даже мне. Порядок прежде всего. Время уже позднее, оставь меня. Слушаюсь, мой господин. Порядок прежде всего. Мне видится страшный суд подле Господа, произнесшего мое имя. Стоит этот шалопай, писарь. Звучат трубы. Он читает: порядок прежде всего. Порядок прежде всего. Его слушают все ангелы, и я с челом, с которого еще не сошла смертельная бледность. Мне видится... Я помешал вашей милости. Дрова принес. Ну, правильно сделал, Киллиан. Разожги в камине огонь. Я тоже подумал, раз на улице идет снег. Да, он идет уже 7 дней. И 7 ночей. 7 дней и ночей, все идет снег, ваша милость. Да? Нашего колодца во дворе уже не видно. А, ты боишься? Боюсь. Йозеф говорит, никогда еще не было, чтобы снег шел так долго. 7 дней и ночей беспрерывно, все это что-нибудь да значит. Все так говорят, только этот новенький сидит на столе со своей гитарой и все посмеивается над нами. Странный человек, ваша милость. Кто? Да этот, пришелец. Рассказывает нам всякие истории о племенах, которые ходят... голые, отродясь, не видели снега и не знают ни страха, ни забот, ни долгов, ни зубной боли. Говорит, есть такие. И еще есть горы, которые плюют в небо серой и дымом, и раскаленными камнями. Он сам это видел. А еще есть рыбы, которые могут летать по воздуху, коли у них есть охота. А еще, говорит, солнце, если смотреть на него со дна моря, сквозь воду, кажется блестящими осколками зеленого стекла.
У него в кармане есть коралл. Ваша милость, мы сами видели. Что за пришелец? Откуда он взялся? Отовсюду, так сказать. Сейчас рассказывает о Марокко, о Санта-Крусе. О Санта-Крусе? Да. Да. Он пришел в замок дней 6 назад, когда началась эта страшная метель. Мы его приняли за пьяного. Он даже не мог толком сказать, что ему здесь нужно. Уложили его на солому. С тех пор все идет снег. Как вы думаете, ваша милость, он когда-нибудь кончится? Когда-нибудь все кончится, Гелиан. Все? Все. Даже заботы, долги, зубная боль, ящер, быки. Все. Одевание, раздевание, еда, колодец во дворе. Когда-нибудь все это засыплет снегом, Гелиан. Акрополь, Библию. Наступит тишина. Как будто ничего этого и не было. Огонь разгорелся. О, добрый вечер, госпожа баронесса. Добрый вечер, Гелиан. Позвольте мне уйти на кухню, ваша милость. Да-да, иди. Иди, Гелиан. Да, чтобы не забыть, ужинать мы будем здесь. Ты не возражаешь, Эльвира? Ну, конечно, не возражаю, дорогой. Как прикажете, ваша милость? Как прикажете? Здесь у камина теплее. А там, в других залах, вода замерзает в вазах. Санта-Крус. О чем это ты? О Санта-Крусе. Ты помнишь Санта-Крус? Почему я должна о нем помнить? Санта-Крус. Агавы и пальмы. Мечети. Мачты, море. По временам шум из порта. Песни неизвестно откуда. Пахнет рыбой и тиной. Внизу у мола на зеленой, как бутылка, воде плавают арбузные корки и переливающиеся всеми цветами радуги пятна мазута. Тогда, 17 лет назад, был ясный, белый, как мел, день. А тени, тени черные, как тушь. Санта-Крус таким и остался в моей памяти. Я даже слышу сейчас голос того парня из грязного кабачка, как он сказал: «Мы идем на Гавайи. Видите тот корабль с красным вымпелом? Через 15 минут мы уходим на Гавайские острова». Ты все еще жалеешь, что не поехал с ним? Что остался со мной? Я часто вспоминаю о том парне. Ты мне не ответил. Добрался ли он до Гавайи? Я часто кручу этот глобус вот здесь. Флорида, Куба, Ява. Может, теперь он на Яве? Или погиб? Нет. Только не это. От какой-нибудь эпидемии? Нет, нет. Или на войне? Или во время шторма на море, милостиво поглотившим его? Нет. И еще раз нет. Почему ты так уверен? Он жив. Пока живу я. Почему ты так думаешь? Пока живу я, моя тоска с ним. Он сделал из нее парус.
несущие его по морям. А я вот сижу и даже не знаю, где он там, с моей тоской. Пока я здесь работаю, он видит берега, порты, города, о которых я даже не слышал. Ну и пусть тебя видит. Пусть. Простите, это порт Санта-Крус? Совершенно верно. Вы только что прибыли или собираетесь уезжать? Да. Да, я могу полюбопытствовать. Куда вы отправляетесь? На Гавайи. Знаете, что это такое? Острова. Да, и это тоже. Очень далеко отсюда. Чем дальше, тем лучше. Я не думаю, точно так же. Гавайи. Слышите вы? Там цветут цитрусы, ананасы, персики, финики, бананы, все вместе. Там не бывает зимы. Не бывает зимы? Ни малейшего намека на зиму. Один мой знакомый матрос был на Гавайях. Он забыл там свою дубинку. Оставил, просился. Он опирался на нее, когда увидел одну гавайскую девушку. Гавайские девушки, о, вы о них слышали? Ну, так вот, он пошел за ней, забыв о палке. Через год он снова вернулся туда. И что бы вы думали? Палка, которую он воткнул в землю и забыл, старая голландская палка, зацвела. Зацвела? Вот вам, Гавайи. И вы хотите туда? Хотите сказать, что в Гавайях нет ничего особенного? В таком случае... Прощайте. Я хотел бы вас только спросить. Как меня зовут? Меня никак не зовут. Могли бы вы взять меня с собой? Я заплачу. Это вы из-за палки? Возьмете? Вы серьезно? Это желание мужчины, у которого не осталось других желаний. Понимаю. Не мешается. Путь, знаете ли, нелегок. Прекрасно. Прекрасно. Главное ведь это сам путь. Мило сказано. Очень. Но нас, может, статься, схватят французы. Французы? Французы. Это такие сухопутные чудаки. Они ищут некий корабль, пропавший в Марокко при совершенно загадочных обстоятельствах. И потом, знаете ли, штормы. Мы ведь должны обогнуть Африку. Жара, жажда, муссоны, лихорадка, пираты. Я считаю себя мужчиной. К тому же вы платите. Итак, по рукам. Через 15 минут мы выходим. Видите тот корабль с красным вымпелом? Через 15 минут мы выходим, друг мой. И мы не будем ждать. Да, вот так все и было 17 лет назад. Примерно так и было в порту Санта-Крус. Там же я встретил тебя. Знаешь, Эльвира, чего я иногда хочу? Отправиться на Гавайские острова. Я хочу увидеть его еще раз. Этого парня, который живет моей второй жизнью. Хочу знать, как он... жил все это время. Хочу услышать, чего я лишился. Хочу знать, какой могла бы быть моя жизнь. И только. Что за химера? Не химера. Живая плоть,
которая питается моими силами, тратит их, живет моей тоской, иначе разве я был бы таким усталым и постаревшим? Разве ты такой? Я слишком часто бываю таким. Может, этот бродячий певец, что сидит у нас внизу на кухне и развлекает дворню караламе гитары, есть тот парень? Горничная мне все уши прожужжала о нем. Может, это он? Возможно. Ну, с меня довольна. Хватит с меня горничной. Та только и говорит, что о рыбах, умеющих летать. Когда я вечерами сижу подле тебя и, допустим, читаю, чего я, собственно, ищу в книге, как не его, живущего моей подлинной жизни? И я был бы теперь точно таким же, как он. Поднимись я тогда на чужой корабль, выбери море, а не сушу, предпочти я неизвестность покою. Я ищу его, и не могу не думать о нем, даже когда я радуюсь нашему счастью. Нашему ребенку, земле. Когда я летом скачу на рассвете по полям, или когда вечером над нашей рожей собирается гроза, Господи, я знаю, что сейчас. Я тоже так думаю. И все-таки я не верю, что это единственная возможная для меня жизнь, понимаешь? Что ты имеешь в виду? Когда-то я не знал этих сомнений. Когда все еще было впереди, когда еще ничего не свершилось, не было всех этих будней. Ты больше не веришь в Бога? Почему? Мне так кажется. Отец писал мне как-то в письме: не бойся случайностей. Ты можешь выйти замуж за пирата или барона, и жизнь твоя может сложиться по-всякому, но ты всегда останешься Эльвирой. Я была смущена тогда, и в то же время это меня успокоило. Первой же случайностью, как ты помнишь, оказался ты, барон, я сказала «да». Это было на Санта-Крусе. 17 лет назад. Мне должно быть пора переодеваться. Ужин подадут сюда, ты сказала? Киллиан! Ваша милость. Принеси еще третий прибор. Ты кого-нибудь ждешь, Эльвира? И скажи тому бродяге, который сидит на кухне, что мы ждем его к ужину. Бродяг? Мы приглашаем его. Как прикажете, ваша милость. Что это значит? Разве ты не сказал, что хочешь увидеть его? Ты с ума сошла. Я надеялась доставить тебе удовольствие. Познакомиться, наконец, с твоей второй жизнью, как ты это называешь. Ужин. В самом деле, дорогой мой супруг, что бы ты почувствовал, если бы и я стала говорить о другой Эльвире? Да, если бы я, как и ты, стала предаваться воспоминаниям? Что бы ты почувствовал, если бы я начала говорить об Эльвире, которая ведет мою вторую жизнь, может быть, более подлинную, где-нибудь далеко отсюда? Говорят, женщины легче забывают. Говорят, но я не забыла. Его звали Пилигрином. Но женщины, видишь ли, не играют ни любовью, ни браком, ни верностью, ни человеком, за которого она пошла. Разве я играю? Что было, то было. У того нет прав на настоящее, тому нет места в моих мыслях. Если женщина говорит «да, я иду с тобой», она так поступает, а все остальное приносится в жертву, не думая ни о чем другом
и ни в чем не раскаиваюсь. Так и я, потому что я люблю тебя. И хочу, чтобы мужчина, который для меня все, так же и во мне находил все. Я верю тебе, Эльвира. Я понимаю тебя и завидую такой верности. Видит Бог, я способен на нее на деле, но не в мыслях. Я пойду переоденусь, дорогая. Так ты пригласил его, Киллиан? Разумеется, ваша милость. Он придет? Трудно сказать, потому как, прошу прощения, мне показалось, что он пьян. Пьян? Не сильно, ваша милость, не до беспамятства, но все-таки... Все-таки? Сколько это все-таки? Я к тому еще говорю, чтобы вы не удивлялись, если я не подам венецианских бокалов. Почему же? Ну, наш гость, у него такая привычка, как только выпьет стакан, так бросает его об пол. Замечательно. Как угодно, вашей милости. Киллиан, я хочу, чтобы венецианские бокалы были на столе. Это наши лучшие, ваша милость. Барон их больше всего любит. Это память о его путешествии, о море. Именно поэтому, Киллиан. Он пьян, ты сказал? Боюсь, этот ужин доставит мало радости, вашей милости. Напротив. Я хочу сказать, ему нечего терять. Такие люди имеют обыкновение говорить правду. Какую правду? Какую им заблагорассудится. Он, видимо, немало повидал на своем веку. Например? И в тюрьме сидел. Он был в тюрьме, ты говоришь? Он так сказал. Замечательно. Его хотели повесить, я думаю. Замечательно. Просто замечательно. Что же замечательного, ваша милость? Что? А то, что человек, который недоволен своей судьбой, на этом примере сможет кое-чему научиться. Вот что. Гость, ваша милость. Тысячи, сотни тысяч раковин, и ни одна из них не будет такой же красивой.
разбирает меня. Как вспомню твоего отца. Такой строгий господин. Завтра, когда он, как обычно, встанет с постели, я наказал слуге, чтобы тот сказал. Вон там, вдали, так скажет ему слуга, видите кораблик с красным вымпелом. Он ответит, я ничего не вижу. И слуга скажет, о, теперь и я не вижу. Ой, бедный отец, мне так жаль его, он страдает из-за меня. Не всякому человеку можно сказать, моя дочь жемчужина, а ты, бродяга, недостойный взглянуть на нее. Он был прав. Она помолвлена, сказал он, и гордость, о, какая гордость, скривила его губы, помолвлена с одним аристократом, с бароном. В самом деле, Пилигрим? В самом деле, уже 13 недель я мчусь к тебе. А что это? Что? Это матросы распускают паруса. Держу пари, как только исчезнет луна, появится ветер. А завтра, когда ты проснешься, будет утро, полное ликующего солнца. Утро, полное лазури и ветра. Утро без берегов и без граней. Я знаю, Пилигрим, каким оно будет, ведь оно уже было. Я считаю, нам не стоит скучать до наступления утра. Возьми этот бокал и давай мы выпьем за наше здоровье. Я не хочу пить. Я больше никогда не буду пить ваше желтое вино. Никогда, слышишь, Пилигрим, я не хочу. Вино превосходное. Нужно отдать должное французам. Никогда больше, Пилигрим, никогда. Ну почему же? Щелкнемся, пока оно не пролилось. В такую ночь опаснее пренебречь вином, чем его пить. Как это? Мне может показаться, что девушка чего-то боится. Но чего буду думать я? Чего? Мужчину. Это может натолкнуть на отчаянные мысли. А потом, в конце концов, раз ты все не пьешь, мужчина подумает, что те же мысли и у тебя в голове. Пойдем в каюту, Эльвира. Сзади по борту корвет. Мы без флага. Они приняли нас за пиратов. Они обстреляют нас, едва рассветет. Обстреляют? Разумеется, они нас обстреляют. Что же им делать на этой земле? Пойдем в каюту. Да поможет нам луна тем, что спрячется в тучах. Нам не впервой уходить от них. Я не пойду в каюту, Пилигрим. Я тебя не понимаю. Там спокойнее. Там лучше всего, поверь мне. Там ты найдешь ложе. Единственное на всем корабле. А когда все будет позади, я разбужу тебя. А потом? Здесь может быть опасно. Тебе не место на палубе. А я ведь знаю этих идиотов, пристроившихся по нашему курсу. Они свирепо завидуют чужой жизни, потому что у них нет своей собственной. Пойдем в каюту, Эльвира. Заклинаем тебя. Не пугайся, Эльвира. Это действительно я. И я скоро уйду. У меня немного времени. Вы прекрасно живете. Я всегда так и думал. Вот только это полено. Мне кажется, его лучше задвинуть подальше в камин. Ты позволишь? Ну, ты удивлена, Эльвира, что я оказался здесь, в этих невероятных местах. Я был болен. У меня была лихорадка.
Такая, что казалось, будто черти тянут из меня жилы. И вот я снова здоров. Бывает же здоровее, чем когда-либо. На Кубе меня дожидается одна ферма. Корабль отходит через месяц, а через год, Эльвира, я пришлю вам свой собственный кофе. Куда же ты уходишь, Эльвира? Я не хотел тебя пугать. Книги. Когда-нибудь, не знаю только когда, я все вас прочту. О, вы, чудесные соты со следами воска на страницах, на которых оседает разум столетий. Желаю. Здравствуйте. И вам того же. Жена появится сию минуту. Вы думаете? Мне сказали, что вы уже около недели в нашем доме. Вас снег задержал? И снег тоже. У нас редко бывает столько снега. У вас прелестное собрание книг. Когда-то и я собирал индейские головы в Америке. Черт знает, как им это удается, но величиной они вот такие, с кулак. Натуральные человеческие головы. Мертвые, конечно, но безупречной сохранности. Мясо, кожа, глаза, волосы, даже черты лица, только в уменьшенном размере. На ферме, где я тогда работал, у меня был целый набор таких голов. Их можно было держать в руке, как, знаете, ну вот как клубни картофеля. Но однажды меня разозлили женщины, и я покидал в них все головы. Так что ни одной не осталось. Почему вы так смотрите на меня? Мне кажется, что мы уже где-то виделись. Не знаю, помните ли вы меня. Сядем. Спасибо. Мне кажется, это было на Санта-Крусе. Да, это было на Санта-Крусе. Я ждал вас тогда на нашем корабле. Вы ведь сказали, что поедете с нами. Корабль с красным вымпелом, помните? Да, отлично, помню. Виола. Виола? Да, попутешествовали мы тогда. Под Мадагаскаром нас взяли французы и нацепили наручники. 9 недель мы сидели в тюрьме и грызли ногти, жрали плесень на стенах. К счастью, я заболел, остальных сослали на галеры, ведь мы пираты. Меня должны были послать вслед за ними, но сначала отвезли в госпиталь. И больничная сестра дала мне свою кровь. Да, она закатала белый рукав, села и дала мне свою кровь. Потом я спрыгнул с мола и поплыл. Понимаете, я все плыл и плыл, а во мне была кровь той сестры. Была лунная ночь. На рейде стояло голландское судно. Я уже слышал, как на нем поднимали якорь. Ой, простите. Нет, нет, за что же, помилуйте. Я все болтаю. Не даю вам и рта раскрыть. Я слушаю. К тому же вы не едите. Это невежливо с моей стороны. Знаете, я слушаю вас с интересом, правда? Пусть вас не смущает мое любопытство к тому, что мне, увы, испытать в жизни не удалось. Давайте чокнемся за вашу супругу. Давайте. Что?
бы это значило? Музыка. Пение. Откуда? Против памяти бессильны любые расстояния. Они всегда это пели, матросы. Эти загорелые дьяволы с глазами кошек. Когда мы ночами валялись на палубе и не могли заснуть от жары. Вот в такие ночи, в те безветренные ночи. Что бы это значило? Отец! Что случилось? Не знаю. Но что-то случилось? Мама плачет и не говорит почему. Позвольте представить вам наша дочь. Здравствуй. Виола. Виола? К тебе навстречу я плыву, тебя на берег я зову. Приди ко мне, не обмани. Весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон. На весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон. Соблазнивший меня.
действительность, это замок, обещанный тебе другим аристократом. Ты покинула его. Во сне теперь ты вспомнила об обещанном замке. И это действительность. Понимаю. Как ужасно ты можешь говорить. Черт возьми, что же мне остается делать? Скажи, что? Я уже много раз говорила тебе. Что? Я хочу, чтобы ты остался со мной. Как будто я хочу чего-то другого. Навсегда. Понимаешь? Я хочу, чтобы у нас была твердая точка опоры, чтобы нам можно было сказать, что вот здесь мы дома. И только когда-нибудь, Перегрин, у нас будет ребенок. Да. Понимаешь, что это значит? Что, ребенок? Понимаешь? Пусть рождается клеймо охоты. Пусть увидит, как велик мир, как странен человек. Что ж еще? Я хочу, чтобы мы поженились, Пилигрим. Поженились. Я всегда боялся этого. И вот теперь, когда наше корыто залатано, и перед нами снова открытые моря. А теперь, когда уже распущены паруса, теперь ты говоришь мне об этом. Я умоляла тебя отправиться со мной, Пилигрим. Но жениться? Я хочу лишь того, чего всякая женщина вправе желать от своего возлюбленного. Сети, с которой не выберешься. Пусть так. Если у тебя нет других слов для этого. Назови это гробом, если тебе это больше нравится. Брак – это гроб любви. Для него нужна самая малость. Чтобы мужчина обрезал себе крылья. Те зачатки крыльев, которые у него нет. Мужчина всегда думает только о себе. А ты? Я думаю о ребенке. Вечно этот ребенок. Не думаю, что ребенок это меньше, чем мы. Жизнь, которая перед ним, длиннее наш. Ну что ж мне, хоронить себя из-за ребенка? Покончить с собой, чтобы он мог жить? Эльгир, я прекрасно представляю себе, какая жизнь нас ждет там, где мы можем сказать, вот здесь мы дома. Я, например, копаю уголь, чтобы мы могли жить. Или чтобы мы могли думать, что живем. Или торгую рыбьим жиром. Почему бы и нет? Буду прилично зарабатывать. И даже те же тщеславия во всей округе нет рыбьего жира, который не приносил бы мне дохода. С Божьей помощью я даже усовершенствую его производство ради тебя. И я не буду знать ни сна, ни отдыха. Буду работать изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, чтобы мы могли жить устойчиво, прочно. Зачем мы живем? Как зачем? Того хотят рыбий жир, долг, устойчивость, жена, дети, слуга, горничная, кухарка, крестьяне, Господь Бог, Отечество. Вера, я не способен на это. Это жертва, я знал. Никому не удастся то, чего он не хочет. И даже ты не можешь этого желать. Я буду сидеть дома подле тебя, но моя тоска будет против тебя. Можешь ли ты хотеть этого? Не я, Пилигрим. А кто же? Кто может вмешиваться в любовь? Ребенок. Я не могу жениться, Лина. Не могу. Ты оставишь меня, если отправишься дальше. Разве не прекрасно то, что было до сих пор между нами? Безбрежные ночи под открытым небом. Наши ночи, Эльвира. Серебряный шорох волн. Мерцание лунной дорожки. И все то, чего никто не может назвать. И потом рассвет, солнце. Лазурь, паруса, внезапная тишина после бури, свирепая пена за бортом. Наш день, наш безбрежный день. Разве ты раскаиваешься в том, что было? Я не раскаиваюсь, Пилигрим. Разве все это не было прекрасно? Было. Было. До тех пор, пока я была девушка. Жизнь странная вещь, Пилигрим. Она совершается неустанно и отдаляет от нас счастье, которое мы еще держим в руках. Я больше не девушка. Умоляю тебя,
Никому не удастся то, чего он не хочет, ты сам сказал. Как ты был прав? Поедем. Видишь, Пилигрим, я тоже не могу. Останься со мной, Пилигрим. Что такое Гавайи? Пустой звук, слово. Ты тоже не можешь. И что тебе там делать, Пилигрим? Что тебе будет в этих островах затем, где-то в Тихом океане? Что тебя гонит туда? Один страх и только. Откажись от меня. Умоляю. Ты не едешь с нами. Останься со мной, Пилигрим. И я не могу. И я не могу остаться. И все крепко связано одно с другим. Мы любим и не можем расстаться, не предав любви, не взяв на себя вину. А если мы и останемся вместе, то один из нас погибнет, потому что никому не удастся то, чего он не хочет. И в этом наша вина друг перед другом. Что делать нам, Господи? Что делать мужчине и женщине, которую Бог создал друг для друга, чтобы они любили друг друга? Что им делать, чтобы избежать бессмысленного конца? Двадцать лет я на службе, Киллиан. Я помню, Йозеф. И никаких капризов никогда, никаких причуд. Все шло своим чередом. Свободный вечер, ночной сон, человеческое достоинство. Вчера еще, когда я сидел за этим столом, я мог побиться об заклад, что наш барон человек разумный и порядочный. Но сегодня... Тихо, Йозеф. Слышите? Шаги. Это бродячий певец. Он тоже не спит. Я его встретил, когда тащил чемоданы из кладовки. Хотел показать ему его комнату, но он поблагодарил и отказался. Сказал, что не хочет спать, ему жаль времени. Он собирается посмотреть картину. Вот баранья голова. Знаете, что я думаю? Велели писать письмо. Это среди ночи-то. Во всем виноват этот бродяга. Все началось с того, что у госпожи заболел живот. Потом они пили до самой ночи, барон и он. Кололи орехи. Вот, смотрите, здесь вот целая гора шелухи. И все пили. А я замерз, как собака. Разве может человек, у которого замок, жена, ребенок, просто так взять и уехать? Послезавтра праздник, придут арендаторы. Кто будет говорить с ними? Пусть мне ответят, кто. А что будет с быками? И кто будет платить нам жалование? Не верю, чтобы барон мог уехать так просто, как будто в мире он один. А если его охватит тоска, которая сильнее, чем, к примеру, его пара быков? Вы, Йозеф, рассуждаете, как холостяк. А что может знать о мире холостяк, даже если он объехал весь мир? Хватит болтать, Киллиан. Зевота берет меня. Ничего холостяк не знает о мире, ничего. Я никогда не поверю, чтобы барон мог вот так взять, да и сделать, что ему в голову придет. Сани готовы, Киллиан? Разумеется, ваша милость. Почему чемоданы не погружены? Ваша милость, вы же приказали, чтобы я чемоданы... Киллиан, говори тихо. Да. Чтобы никто не проснулся ночью. Госпожа спит и видит сны. Унеси чемоданы, Киллиан. Слушаюсь. Ваша милость, слушаюсь. Так, на чем мы остановились, Йозеф? Супруги моей. В
час отъезда, который нельзя отложить, ибо мне стала близкой мысль о краткости нашего бытия. Дорогая Эльвира, поскольку ты не знаешь, что мне все известно, и поскольку я, в свою очередь, не знаю, где ты витаешь в эту ночь, в то время как внешне ты почиваешь наверху, в нашей спальне, как все эти годы витаешь там, куда умчал тебя незнакомец, чье имя трижды слетало с твоих уст, я пишу тебе это письмо. В эту ночь, когда я стоял подле тебя, Эльвира, мне стал ведом женский голос, исполненный такой нежности, которой я никогда не знал. Мне стал ведом женский голос, исполненный такой нежности, которой я никогда не знал. Да. На этом мы остановились, ваша милость. Хорошо. Пиши дальше. Ввиду таких обстоятельств, изволь писать. Ввиду таких обстоятельств, я считаю себя вправе дать волю моей тоске. Тоске, которую убивал, глушил, хранил в течение многих лет, чтобы она не испугала тебя, Эльвира. Испугала тебя, Эльвира. Еще раз море. Ничего вокруг, кроме неба, кроме моря, на котором где-то там повисли континенты. Я люблю их. Я думаю о них в светлые часы одиночества. Они всегда далеко отсюда. Они на том созвездии, что сверкает дрожащим алмазом в ночи. Не так громко, ваша милость. Поговорив с пришельцем, как остро почувствовал я опять нашу бренность. Бездна времени перед нами и такая же бездна времени за нами. И мы этот невероятный миг, называемый человечеством. Мы частный случай одного из медленно остывающих звездных образований. Я сам искра этого вселенского мира. Чувствовать, знать, жить этим. Тише, тише, ваша милость. Эльвира, я хочу снова жить, мочь, плакать, смеяться, любить, испытывать трепет в душной ночи, ликовать. Мы уже не помним, как это было, ведь то были мгновения, рассыпанные по годам. Хочу снова почувствовать, какое это счастье жить на полном дыхании, пока нас навсегда не засыпало снегом. Сами готовы, ваша милость? А? Что? Я говорю, сами готовы, ваша милость. Проводи. Проводи меня, Кириан. Слушаюсь, ваше милость. Слушаюсь. Пока нас навсегда не засыпало снегом. Вот оно как. Проклятый певец слоняется по дому, щелкает орехи, смотрит картины. Лицемер проклятый. А тем временем разгуливает с нашей госпожой по океанам сна. Вновь увозит ее на корабле воспоминаний. И на улице все еще идет снег. Вот тебе на. А я только что проклинал вас. Да, именно вас. За что же?
Да вы знаете, что вы натворили этой ночью? Я? Что же? Вы бродячий певец, призрак. Да как вы посмели? По вашей милости, меня разбудили среди ночи. Что вы потеряли, хотел бы я знать. Да, что вы потеряли в снах замужней женщины? Я? Вы даже не краснеете. Ах, я ничего не знаю. Замечательные у вас тут орехи. Мы в курсе дела. Вот письмо. Среди ночи. Вы что думаете, вам можно перевертывать время вверх дном? У нас в доме порядок, главное, ясно? Что прошло, то прошло. Вчера, сегодня, завтра. Вы же листаете годы то вперед, то назад. Это просто свинство. Не понимаю, почему вы сердитесь. Подождите, только вот проснется госпожа. Уж она-то вас не поблагодарит. Уж она-то вам все скажет. Барон уехал среди ночи в такую метель и неизвестно куда. Раз, два и был таков. Барон уехал? Да, уехал. Ну, а я пойду спать. Спите, спите. А вы почему не идете спать? Я жду. Нашу госпожу? Идите и не мешайте ей спать. Не будите ее. На улице все еще идет снег. От него растут сугробы. Тишины. Все выше и выше. Куда ни посмотришь, везде снег. Все смолкнет. Мне кажется, я не проживу долго. Через час-два наступит рассвет. Пилигрим, что ты рассказал барону? Ты рассказал ему о том, что тогда было между нами? 17 лет назад. Мужчины любят рассказывать об этом. Мужчины любят рассказывать об этом. Откуда ты знаешь? Не верь всему, что пишут в книгах, Эльвира. Умоляю тебя, Пилигрим, что ты ему сказал? О нас ты имеешь в виду? О нас. Ни слова. Ни слова? Я не мог знать, что барону все это неизвестно. Замечательные у вас тут... Олег... Не знаю, что и думать об этой ночи. Что же произошло? Я рассказал ему о Гавайях. О Гавайях? Ну и? Сам он почти ничего не говорил. Ну что, Кириан? Мы были на конюшне, ваша милость, как вы приказали. Ну и? Исчезли две лошади, Росинанта, Казанова. Сани тоже. Это уже не сон. И барон уехал, ваша милость. Уехал? Среди ночи, в такую пургу? Очевидно, ваша милость. Какое безумие. Кто запряг ему лошадей, хотел бы я знать. Ночью. Разбуди людей, спроси, и пришли сюда, этого болвана. Называйте меня как хотите, ваша милость, но это был я. Ты сам? По приказу господина барона. И теперь, когда нам дорог каждый миг, чтобы догнать его, теперь ты отправляешься на конюшню посмотреть, на месте ли лошади, которых ты сам запряг? Ваша милость, так приказали. Великий Боже, что все это значит? Ваша милость, не хотели мне верить. Уехал, ты говоришь? Куда? Этого господин барон не сказал. Что же он сказал? Он сказал примерно так. Вспомни точно. Тихо сказал он. Не разбуди госпожу, мне кажется, она видит приятный сон. Что он еще сказал?
Киллиан, сказал он, подержи мне пальто. А еще? Киллиан, ты не понимаешь, что такое жизнь. Ты не понимал это никогда. А жизнь — это движение. Жизнь — это великий сон. Еще? Это все. Киллиан, пусть оседлают другую лошадь, мою собственную, быстро. Пусть скачут за бароном, пока не узнают, что все это значит. Я буду ждать здесь. Как прикажете, ваша милость. Как прикажете. Мой добрый, мой славный муж. Только бы с ним ничего не случилось. Через час наступит рассвет. Уехал в пургу, в этот снежный потоп. 3 дня назад вдоль дороги наставили палок. А уже вчера их совсем не было видно. Уехать в пургу, какое безумие. Зачем ты это сделал, Пилигрим? Что я сделал? Зачем ты пришел? Чего ты вообще хочешь? Меня пригласили. Наш брак счастлив, Пилигрим, счастлив. Сколько бы ты ни смеялся над браком. Разве я смеюсь? Брак – это чудо. Могла ли я думать 17 лет назад, когда мы поженились, что я буду так любить его? Для этого нужно знать друг друга долго. Так как мы... Он человек, которого я вряд ли заслужу. Иногда, когда я не вижу его, он мне кажется Господом Богом. На него можно так же положиться, как на Бога. Что бы он ни делал, я знаю, он делает ради меня. Вот теперь, уехав в пургу, он, вероятно, думает, что делает мне услугу, что я хочу остаться с тобой. Он не знает, что теперь ты для меня ничего не значишь. Ты спросила, чего я хочу? Я сидел в трактире, да, уже с недели тому, и случайно узнал, кто живет в этом замке. Случая могло и не быть. Я мог бы и не узнать этого. И мы бы никогда больше не увиделись на этой земле. Еще сотни шагов, и мы прошли бы мимо друг друга. Ты и я. Мимо друг друга. И в ночь. Завтра я уеду. В одной точке пространства и времени, здесь и теперь, сходятся 2 человека. Мне это показалось таким чудом. И только. Я взял гитару. Не знаю, чего я хотел. То была музыка. Ты хотел нанести мне визит, не так ли? Ну, пусть так, если хочешь. А зачем? То, что мы любили друг друга когда-то вовсе... Я тоже думаю, что когда-то мы любили друг друга. И вот, оказавшись поблизости, ты захотел узнать, что от всего этого осталось. Понимаю. А может быть, ты хотел узнать, могу ли я быть счастливой после того, как ты 17 лет назад поступил со мной подло? Это не так. Да. Я счастлива, Пилигрим. Счастлива. Что ты хочешь еще? Дать тебе в этом расписку, чтобы ты мог уехать отсюда со спокойной душой? Без расписки, то есть без твоего предложения дать расписку, я бы в это поверил. Когда-то, много лет назад, ты написал, мне кажется, с Явой. И скорее. И ты ведь знал, каково мне было держать в руках эту открытку, эту добродушно-шутливую писанину после стольких лет. Если бы мы знали, каково адресату получать наши письма, вряд ли мы стали бы писать их, Эльвира. Тут волшебная сила письма, его... смелость. Меня мучил стыд, что когда-то я могла любить человека, написавшего такие каракули. Мне было противно, понимаешь?
Честно говоря, нет. Мне было противно. С каждым годом все больше. Мне было противно, что ты такой трус. На том нелепом клочке бумаги ты писал, что желаешь мне хорошего, верного мужа. С моей стороны, это было серьезно. Да, чтобы самому сбежать к заблудшим и пропащим. Туда, где не гниют, не стареют, не умирают. Вот в чем все дело. Ты не хотел жениться, чтобы моя тоска осталась с тобой. Вот это была беспримерная хитрость. Ты желал большего, чем спать с женщиной. Ты хотел войти в ее сны. А действительную близость, расходующуюся и пустеющую в тысячах привычных поцелуев, повседневности будни, ты оставил другому, доброму, верному мужу, которого ты мне желал. Зачем? Затем, чтобы у меня никогда больше не было любимых, чтобы я была связана с супружеской верностью, чтобы не было ни одного, кроме того, единственного в прошлом, кроме тебя. Почему ты улыбаешься, Пилигрим? Разве не так? Признаться так глубоко, я об этом никогда не думал. Зачем ты приехал, Пилигрим? Я ничего не понимаю, ничего. Скажи мне, зачем? Через 17 лет чего ты хочешь? Грызть орехи? Листать книги? А почему бы и нет? А почему бы и нет? Я люблю книги, которых не читал. Ты приехал, чтобы узнать, люблю ли я тебя еще? Страдаю ли? Жду ли? Или ты хотел убедиться, что я тебя ненавижу, что я вижу тебя насквозь, что я презираю тебя? О, ты молчишь. Ты невеликодушная, Эльвира. Тем, что принуждаешь меня говорить, лгать, объяснять себя самого. Я приехал за тем-то и тем-то. Как будто я сам это знаю. Ты хочешь услышать от меня слово, чтобы сразу меня обвинить и от меня освободиться. Не знаю, почему ты боишься своего собственного сердца, Эльвира. Я боюсь. Кто может с точностью знать, как все было? Знаешь ли ты или я в этот час нашего ночного бдения полную правду? Если бы мы помолчали хотя бы час, вот так, как сидим, и только, ты взяла бы вязание, я бы взял книгу, смотрел иллюстрации, бабочек там или растений. А потом? Потом бы я уехал. А потом? Потом вокруг нас снова была бы жизнь. В Гонолулу я встретил одного старого капитана, у которого осталась одна возлюбленная. Астрономия. Выше этого для него ничего не было. Но всегда смеялись над ним. Потому что ничто другое его не интересовало. С тех пор, как он обнаружил в каюте какую-то толстенную книгу, все остальное стало вдруг пустяком. Вероятно, это была первая книга, которую он читал в своей жизни. И как читал. Он приходил в кабак, где мы танцевали с негритянками, и рассказывал о Млечном пути так, словно он был создан только вчера. Когда мы садились к нему за столик, он брал такой апельсин. Вот, говорил он, луна. И не терпел улыбок. Панта, глобус, земля. А это луна. А что посередине, спрашивал он? Что посередине? Даже не воздух, ни свет. Ничего. Ничего, кроме ночи, вселенной, смерти. Ничего, чтобы заслуживало название. Просто ничего.
кто это говорил? Капитан из ГНЛУ. Предположим, говорил он, у меня есть сестра. Она осталась в Европе. Славная, милая девушка. Предположим, она стоит на базаре в Барселоне. И в эту минуту держит в руках, арбуз. Вот вам одна звезда. Арбуз в Барселоне другая. А что посередине, говорил он? Ничего, кроме ночи, вселенной, смерти. Так велико, друзья мои, так велико ничто, так редко то, что есть. Я не собираюсь спорить, верно ли все это. Он был большой чудак, но я бы не мог очистить этот апельсин, не думая о нем. Зачем ты рассказал мне все это? Так. Мне подумалось, а что если б нам еще раз очистить вдвоем апельсин? Эльвира, может быть, еще раз вокруг нас была бы жизнь? Кажется, колокольчик. Из того, что ты здесь говорила, я вынес только, что ты умная. А женщина не должна быть умной? У тебя есть тайны, которые сторожит ум. Он тебе очень нужен, поэтому он так остр. Ты приехал выболтать мне мои собственные тайны? Какое мне дело до них? Ах да, ты ведь не хочешь знать, зачем приехал. Разве так уж невозможно, Эльвира, что я вообще ничего больше не хочу? И все-таки ты приехал? И все-таки я приехал. В воображении моем все было правильно, даже красиво. Мы не вправе, думал я, судить друг друга. Ты можешь считать меня подлецом. Бог примет меня соответствующим образом, если это так. Я, в свою очередь, думаю, как сейчас невеликодушна женщина. Бог, если он думает так же, примет в соответствии с этим тебя. Что бы там ни было, думал я, жизнь свела нас. И мы любили друг друга, каждый по-своему, по своему возрасту, по возможностям своего пола. И оба мы еще живы, здесь и теперь, в это мгновение. Почему бы, подумал я, нам не поприветствовать друг друга? Но зачем мы должны были это сделать? Жизнь так кратка. Ты думал, что можно вновь увести меня? Зачем? Еще один эпизод в жизни мужчины. Ради бога, Виола, зачем ты пришла сюда? Я не могу заснуть. В такое время... Мне так страшно, мама. Ну почему? Мне снятся такие страшные сны. Дитя мое. В нашем доме смерть, мама. Не бойся. Ты испугалась во сне. И только. Не плачь. Не плачь. Выпей горячего чая. Я сейчас принесу тебе плед. Кириан! Наступает рассвет. Не нужно бояться, дитя мое. Совсем не нужно. В этом нет ничего ужасного. Я знаю. Вы умеете играть на рояле? Если бы я жил еще раз, я обязательно бы научился. По-моему, это прекрасно. О, да. И рисовать тоже. О, да, и много еще. Угу. Очень много.
Представь себе раковину, каких не бывает на самом деле, а каких можно только мечтать. Так она красива. Можно объездить все морские побережья, вскрыть тысячи, сотни тысяч раковин, и ни одна из них не будет такой же красивой, как та, о которой можно только мечтать. Скажи мне, сколько тебе лет, дитя мое? Мне 17. 17? Почему вы так смотрите на меня? Это он, я думаю. Это он. Кто? Барон, ваш отец. Мы знаем друг друга 17 лет. Ваш отец и я. Тогда он тоже хотел на Гавайские острова. Как и сегодня. Мой отец? Он аристократ. А почему он не уехал? Потому что... Это он, я думаю. Идите встречать его. Или. Это кажется неизбежно. Одному море, другому замок. Одному Гавайские острова, другому ребенок. Какое письмо? Дай его мне. Ваша милость. Что это за письмо? Барон наш господин написал его сегодня ночью, велев, чтобы я подал его вам к завтраку. К завтраку? А Киллиан говорит, что можно и теперь, раз ваша милость уже встали. Йозеф! Вот это письмо. Супруги моей, в час отъезда, который нельзя отложить, ибо мне стала близкой мысль о краткости нашего бытия. И поскольку я не знаю, где ты витаешь в эту ночь. Я стоял подле тебя, Эльвира. Мне стал ведом женский голос, исполненный такой нежности, которую я никогда не знал. Бездна времени перед нами и такая же бездна времени за нами. Эльвира, я хочу снова жить, мочь, плакать, смеяться, любить, пока нас навсегда не засыпало снегом. Кажется, шаги. Ваша милость, барон уже, вероятно, вернулся. Я пойду встречу барона, ваша милость. Вот оно как. Он хочет снова жить. Мочь, плакать, смеяться, любить. Испытывать трепет в душной ночи. Ликовать. Пока нас навсегда не засыпало снег. Почему мы не были честнее? О, Перегрин, не верь тому, что я говорила этой ночью ни одному слову. Я назвала тебя подлецом, потому что мне казалось подлостью, что ты мне снился в течение 17 лет. Теперь я могу сказать, Перегрин, ты правильно сделал, что приехал. Почему мы не были честнее? Я хотел уехать. Я знаю. Но это невозможно. А ты? Я ждала тебя и видела сны. Я знаю. А когда проснулась, то стала искать тебя по всему дому, но тщетно. Вот здесь я нашла Пилигрима. Я издевалась над ним ради тебя. Ради меня? Во имя верности.
Боже мой, 17 лет я думала, что должна лгать, чтобы сохранить тебе верность. Такому, каким я тебя представляла. И вот теперь я прочла твое письмо. Уже прочла. Почему мы не были честны? Не хватало такой малости. Как бы мы поняли друг друга? Ты на многие годы похоронил свою тоску, как ты пишешь, чтобы она не пугала меня. А я многие годы стыдилась своих снов, ибо знала, что они напугают тебя. Ни один не хотел огорчать другого. Маленькая комедия, которую мы играли долгие-долгие годы, пока не пришел Пилигрим. Я понимаю. Почему ты улыбаешься, Пилигрим? Теперь я понимаю, что он мне сказал этой ночью. Он сказал это так легко, я не мог и подумать, что это серьезно. Пилигрим! Он это знал. Почему ты скрывал от меня все это, друг мой? Не смейся, Пилигрим. Мы все поступили несправедливо, все. Бог не хотел этого. Мы могли любить друг друга, мы все. Теперь я вижу, жизнь совсем не такая. Любовь больше, чем я думала. Верность глубже. Ей нечего бояться наших слов. Нам не нужно хранить тоску. Не нужно лгать. О, Пилигрим, ты меня слышишь? Мы очистим. Слышишь? Еще вокруг нас будет жизнь. Не улыбайся так. Пилигрим. Почему я не услышу этого в твоих словах? Не плачь. Почему? Не плачь. В том, что он сказал, нет ничего страшного. Я не раскаиваюсь ни в чем, ничего не хочу. Он сказал это так легко. Весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон. О, на весла катится волна, а в небе светится луна. Приди ко мне, не обмани. О, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон, о, зин-зин-зон.